Здарова, народ, с вами Варчик. В этом видео пойдет речь про танк Lancen C. Сразу начнем с плюсов этого танка. Лучший ДПМ среди СТ премов. Калибр 105 мм тоже хороший, поскольку некоторые танки с очень хорошей наклонной броней пробиваются только в путь, только за счет калибра. Альфа 320 тоже хорошо, поскольку восьмерки очень часто играют внизу списка, и играть с маленькой альфой уже очень тяжело и некомфортно. УВН и минус 10 градусов, при том, что танк довольно-таки низкий, тоже очень хорошо. Хорошая маскировка у танка, пробитие ББшкой 208 в принципе достаточно. Ну и отличная скорость, хотя максималка уже всего лишь 50. И мы уже плавно перетекаем в минусы. Отсутствие брони, танк туповато. Хоть танк и низкий, но сбоку он довольно-таки длинный, да и башня у него тоже длинная, сбоку в него попадать хорошо. Если к этому еще добавить такой минус, как горение в заднюю часть танка чуть ли не каждым вторым снарядом, то это приводит вообще к минимальным шансам выжить в активном бою. Добавим еще к этому то, что башня медленно поворачивается и корпус тоже поворачивается медленно. В куче со всем этим отсутствие брони, плохая маневренность, ватная броня, выживаемость просто на нуле. Также еще отвратительная стабилизация. И казалось бы, высочайший ДПМ, нормальное пробитие и хорошая альфа, плюс ДПМ, но стабилизация и сведение, одно из самых вообще отвратительных, которые я видел, не дают возможности нормально вообще в принципе наносить урон. Вот и получается, что на каждый плюс есть вагон минусов. И в целом, что могу сказать про этот танк? Играть в рандоме на этом танке одно мучение. Танк тупо ужасен. Единственное, где он может заиграть, это, наверное, в линии фронта. И то только потому, что там одни восьмерки. Играть в рандоме на этом танке просто ужас. Тупо купить танк за свои деньги и играть на нем, это мучение, еще и за свои бабки. Танк не стоит вообще ничего. Чисто на мой взгляд, мне вообще танк не понравился. При том, что на нем вроде бы неплохая средуха, но затащить бои и держать на нем нормальный процент побед крайне тяжело. Поскольку танк наносит урон не когда я свелся и хочу, и приложил кучу усилий, а когда захочет ВБР, поскольку пушка просто кривая. Ни точности, ни стабилизации, ни сведения нету. А большой ДПМ с альфой 320 позволяет просто чаще промахиваться и иногда попадать, но не позволяет тебе наносить тонны урона. Также выживаемость на этом танке крайне отвратительная, на нем вообще тяжело выжить и приходится стоять, пользуясь маскировкой где-то там на красной линии. При его кривой пушке стоять где-то далеко и кемперить вообще отвратительно. Да и скорость полета снаряда не самая большая, 900 с хвостиком. Из этого выходит, что танк в принципе мало на что способен, особенно в рандоме. Я бы не рекомендовал этот танк, да и по его цене видно, что 1700, разработчики и сами не надеялись, что этот танк кому-то понравится. Поэтому цену сделали одну из самых маленьких, которые могут быть у премтанка 8 уровня. Чисто что там одна 3D кастомизация 800 с чем-то рублей еще стоит сверху. Но зачем она вам нужна на отвратительном танке, я честно говоря не знаю. Вы, конечно, можете купить этот танк и мучиться на здоровье, но зачем, я не понимаю. Сейчас набегут любители в комментарии пописать, я на нем буду экипаж качать, но, честно говоря, и на обычном танке можно выкачать экипаж. Тем более у шведов есть на 6 уровне нормальный танк, на нем можно и покачать экипаж. Зачем для этого покупать премтанк? Да, на премтанке качается экипаж чуть быстрее, но он же просто отвратительный. Не легче ли чуть больше сыграть боев на хорошем танке и получить удовольствие, чем качать на отвратительном, но чуточку быстрее. С вами был Варчик, играть красиво, пока!